То мы сейчас плюс 5 будем. 5 не... Давай, Мегавик, спокойной ночи. Главное, что я перестал бояться уровня 4-2. Я надводных уровней больше не боюсь. Плюс 0-5. Thank you.
Здорово, Иван. Да, мы знаем. Старичок Феликс. Ну сейчас, мне кажется, его забыли в целом. Мне кажется, ничего не выпускают. Ничего не сэкономлю, наверное. Босс плохой был. Но рот у них не больше оливки.
Попозже дойду. Нет, у меня срочно лом. Сумку не мог залезть. Сердце подобрал в странном месте, но все равно таймсейв будет. Секунда минимум. Ну ладно. Не идеальный. Ну пойдет. У.
Тут небольшой таймсейв будет. Максимум полсекунды. Максимум. Каждый день играешь в Феликса с перерывами на выходные некоторые. Ну где-то сколько мы месяц играем Феликса практически без перемен игры. Дран.
Ну, Марио, да, был. Поэтому я сказал практически. Я не мог вспомнить, что именно, потом вспомнил. Пол. ВР. 46. Насколько? Ну, где-то в районе 2 секунд. И... Ты еще на 10 хочешь? Не, ну я хотел 45. Ну тут где-то 46-50, наверное. И это я на 9-м мире все еще экономлю. Да. Это новая голда. Спасибо, Pixel H, спасибо, Дэми. Спасибо, Бандергек. Спасибо, Свипур. Спасибо, Джозеф. Спасибо, Протон. Здорово, Ферит. Я на 6-м мире потерял 3 секунды. Потом я не терял ничего. Ну, 8-й не считается, тут неправильная голда. Там просто экономить нечего. Единственное, что там можно экономить, это, не знаю, может, если тормоза там какие-то есть. Спасибо, Литл. Спасибо. Новый ВР. 46,5 где-то. 22,46,5, допустим. Не знаю, надо еще попробовать. Может, получится.